Мы помогаем не только с работой, но мы всегда помогаем поступить в университеты, поступить в полицейские школы. Ты уже у нас здесь месяц учишься, правильно? Да. Здесь есть профессия мечты – флористика. Друзья, всем привет! С вами Антон, HR One Group. Мы вот с Бегемай пришли в полицейскую школу. Мы помогли Бегемай поступить сюда. Ты уже у нас здесь месяц учишься, правильно? Да. В принципе, перечень документов, который нужен для поступления в полицейскую школу, это ваш диплом, копия паспорта, фотография, заполнена анкета. Так, ну а теперь непосредственно давай пообщаемся с тобой про учебу. Расскажи нам, пожалуйста, в первую очередь, откуда вот ты? Я из Алматы. Нравится тебе здесь и вообще, то есть по учебе, по работе? Да, мне здесь очень нравится. Но вообще я приехала сюда работать от вашей компании. Но потом я узнала, что можно учиться здесь бесплатно. И здесь есть моя профессия мечты. Флористика. А ты учишься по вечерам или в выходные дни? Как у тебя проходит? Я учусь по выходные дни, потому что я работаю одновременно и учусь. Преимущество, может, на работе есть, то, что ты учишься, работаешь? Да, так как мне меньше 26 лет, то у меня зарплата больше. По полицейской школе я бы хотел вам рассказать, что вы можете поступать туда до 56 лет. Обучение здесь всегда бесплатное. Есть большое количество профессий, по которому вы можете, опять же, получить студенческий билет до 26 лет и получить огромные скидки на проезд, в общественном транспорте, в поездах, троллейбусах, метро, трамвае, то есть везде. Бегемай, может, какие-то пожелания нашим подписчикам? Вы мне очень помогли, я сюда приехала, не знаю ничего, но вот ваша компания помогла мне, чтобы найти здесь себя и не потеряться в чужой стране. Очень спасибо вам. Мы помогаем не только с работой, но мы всегда помогаем нашим ребятам также поступить в университеты, поступить в полицейские школы. И пишите нам комментарии, если какие-то у вас вопросы будут, и это действительно будет такая популярная тема, мы запишем отдельный ролик. Всем пока!